Нагадую, сьогодні унікальний день. 11 число 11 місяця 2011 року. І зовсім не випадково лікар Комаровський буде говорити про цибулю та часник. Та їхні нібито магічні властивості при лікуванні застуди. Хіп для найдорожчого у житті. Несквік, какао-напій та готовий сніданок надають силу для розвитку з самого ранку. Найкраще для збалансованого харчування. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте. Очень интересный вопрос. У дочери ей 3 месяца ОРЗ. Моя мама посоветовала нарезать свежий лук и чеснок и разложить их по всей комнате. Мол, полезно дышать фитонцидами. Что вы думаете по этому? Действительно ли полезно при подобных заболеваниях? Вот это интересно. Должен заметить, что рекомендации по использованию аромата лука и чеснока исходят не только от вашей мамы. Я, если честно, регулярно вижу, как по центральным каналам телевидения ставят в пример всякие детские садики, где ходят дети, у которых висят бусы из чеснока на шее, особый новый способ брать, например, футлярчики из-под киндер-сюрприза и туда запихивать луковую кашицу и все это вешать детям на шею. Точно как у нас. Действительно, люди считают, что это очень эффективно. Ну, по большому счету, если в этом детском саду, в этом, все дети ходят с бусами из зубчиков чеснока, а в другом детском саду они так не ходят, то это невольно вызывает уважение к тем, кто не поленился, сделал бусы, повесил их на детские шеи. Тем не менее, вот с грустью приходится признавать, что все это скорее способы реализации принципа «надо что-то делать», чем реальная помощь. Да, да, да. И поверьте мне, что если в помещении, где находится ребенок, будет не насыщенный запах лука или чеснока, а будет элементарно свежий воздух, то это способствует и лечению, и профилактике вирусных инфекций намного больше, чем все луки и чесноки вместе взятые. Обращаю внимание, это главный фактор, есть такое понятие, эпидемиология острых респираторных вирусных инфекций. То есть это законы, по которым вирусы распространяются, особенно распространяются в жилых помещениях. Этого я не знала. Вирусные частицы мгновенно погибают в чистом, прохладном, движущемся воздухе. Если воздух сухой, теплый и неподвижный, то даже интенсивный запах лука или чеснока вирусы не убьет. Поэтому искренне советую, пусть бабушка экспериментирует над собственным носом. А детский маленький носик, пожалуйста, оставьте в покое. Всего вам доброго. Поздравляю. До свидания, доктор.